Приветствую вас, дорогие мои. Ставьте лайк и пишите комментарии, если хотите, чтобы подобное видео я выпускала каждую неделю по понедельникам. Берем три колоды, смотрим. Любовь, финансы, здоровье. Погнали. Кстати, кто не подписан, подпишитесь, ведь мои карты знают все. Итак, что вас ожидает на предстоящей неделе? Серия любви. И не важно, кто меня сейчас смотрит и когда попалось вам это видео, все случайности не случайны. Так, вы на пороге принятия какого-то серьезного решения, и по сути вы уже его приняли. Причем приняли на высокой эмоциональной ноте. Девчонки меня смотрят, крутые, такие императрицы, сексуальные, наполненные, красивые, знающие себе цену. Очень крутая карта. Что же за решение вы приняли? Двигаться. Двигаться стремительно, вперед, рвать когти, как говорится, к созданию чего-то для вас важного, ценного, с кем. Давайте посмотрим. По восьмерке пентаклей вы тут прорабатываете какие-то свои внутренние качества, определяете свою самоценность, и у вас тут идет проработка. Хотите дарить какому-то королю свою любовь, но он почему-то эту любовь либо отвергает, либо пока не готов принять в силу каких-то определенных обстоятельств. Что за обстоятельства? Есть кто-то у него еще на примете, возможно, девчонки смотрят меня не свободны, либо мужчина выбирает, но вы не переживайте, потому что идет еще один герой, жезловый король. Это человек либо огненной стихии, либо такой же энергичный и ярый, как и вы, кстати, он за вами уже наблюдает. Убираем эту колоду. Смотрим финансы. Что ожидает вас в сфере финансов на наступившей неделе? Финансы, финансы, финансы. Так, а во-первых, все вопросы решатся полюбовно. Да, если у вас какие-то споры, какие-то к вам претензии предъявляют, либо вы кому-то претензии предъявляете, все решится полюбовно, потому что колесо фортуны закручивается в ваш пульс. Вы уже устали. У вас какая-то финансовая ситуация измотала. Может быть, вам что-то не доплатили, не оплатили. Может быть, вы слишком ждете результат от какого-то проекта или от какой-то своей деятельности. Но еще один шажок остался. Все уже идет как бы к своему логичному завершению. Колесничий тоже. Смотрите, две карты движения. Колесо фортуны и колесо. И карта колесничий говорят о том, что все задуманное, все, что вы планировали, оно все исполнится самым благоприятным образом. Смотрите, сколько старших арканов. Поэтому отпускайте иллюзии того, что отпускайте страхи, отпускайте неверие в себя, прорабатывайте внутреннюю опору. Как круто, десятка пентаклей. Все свершится, вы все получите, и вас ждет необыкновенная прибыль на этой неделе. Я за вас очень рада. Осталось посмотреть сферу здоровья. Я надеюсь, здесь все будет точно так же замечательно. Итак, что вас ожидает в сфере здоровья на предстоящей неделе? Так, тут какой-то конфликт внутренний, возможно, психологический, на почве эмоций. Вы знаете, дорогие мои, что я вам хочу сказать, что все болезни, они идут из головы. Все болезни сначала образуются нашими мыслями на тонком плане, а потом мы их получаем уже на физике, да? И вот какой-то внутренний конфликт может вылиться в какое-то заболевание. Вот, возможно, вы хотели кем-то манипулировать, но у вас не получилось, либо вами кто-то манипулировал, а вы не согласны и глушите в себе какие-то обиды, обязательно проработайте. Обязательно отпустите. Примите, если была какая-то конфликтная ситуация недавно или предстоит на этой неделе, вдруг случится, да, примите человека таким, какой он есть. Вы поймите одно простое правило. Конфликтующий человек, который провоцирует на конфликты, а может быть, это вы и есть, да, это всегда крик о любви, крик о помощи. Поэтому, если вы поняли, что это вы спровоцировали какую-то конфликтную ситуацию, дайте себе любви. Вот прям подойдите к зеркалу и скажите: я себя безусловно люблю. Если тот человек, который прям вот вас бесит,
раздражает, вызывает на конфликт, вы его пожалеете, вы поймите, ему сейчас плохо, и он других эмоций транслировать в мир не может. И все закончится хорошо и полюбовно. На этом я заканчиваю расклад. Вас всех обнимаю и желаю всем прекрасной, удачной недели.